Во второй горбольнице о приобретениях этого года говорят как о самой значительной модернизации медицинского оборудования за время работы сосудистого центра. Он был открыт в 2009-м. В нем два отделения – кардиологии и неврологии, которые рассчитаны на 60 пациентов. Самые тяжелые больные получают помощь в блоке реанимации. Перечень оборудования врачи больницы определяли сами. Подход был прост. Закупали то, что необходимо на замену устаревшей техники и руководствуясь требованиями федеральных медицинских стандартов. Мы заменили кровати, все кровати в сосудистом центре. Мы заменили шприцевые дозаторы, приобрели несколько единиц реабилитационного оборудования, как аппарат Арторент или горизонтальный велотренажер. Отделение функциональной диагностики пополнилось специальной беговой дорожкой. На ней снимают показания ЭКГ под нагрузкой. Так врач может более надежно и точно определить, какие результаты дает лечение. Энцефалограф во второй горбольнице появился впервые. С его помощью невролог может максимально точно поставить диагноз. Мы проводим компьютерную электроэнцефалографию нашим пациентам по показаниям, у которых когда-то были эпиприступы, или они поступают к нам в дебюте заболевания, у них случается эпиприступ. И также мы делаем это обследование для медкомиссии. Во время экскурсии по больнице главврач останавливается у обычной на вид медицинской каталки. Она также из последних приобретений. Здесь можно менять угол наклона и, что важно, закреплять дополнительное оборудование. Это необходимо, когда пациента перевозят в критическом состоянии. Петр Михайлов два десятка лет возглавляет отделение реанимации интенсивной терапии. Сюда попадают самые тяжелые пациенты. Большинство находится без сознания. Петр Петрович рассказывает, в новые аппараты искусственной вентиляции легких заложены десятки режимов работы, благодаря чему техника чутко следит за малейшими изменениями в состоянии больного. Режимы на современных аппаратах значительно такие веские и помогающие, вот, умные, с интеллектом, можно сказать, где пациент может чего-то не доделать, вернее, организм, какую-то функцию, он помогает либо по объему, либо по частоте дыхания. Не считая мебели и инструментов, для сосудистого центра в этом году было приобретено почти два десятка единиц техники. Такой прорыв в оснащении новейшим медицинским оборудованием оказался возможен благодаря реализации соглашения о социально-экономическом партнерстве между «Металлинвестом» и администрациями Железногорска и Курской области. Было выделено более 21 миллиона рублей. Эти деньги хоть и были областного бюджета, но они были на условиях софинансирования общей глобальной программы трехстороннего соглашения. Совместные усилия участников социально-экономического соглашения, администрации области, города и компании «Металлинвест» направлены на поддержку здравоохранения, развитие объектов социальной инфраструктуры, реализацию программ, содействующих устойчивому развитию Железногорска. И жители каждый год видят весомые результаты этого партнерства.